привет, после катакомб Файгра поспали пару часов. Вот сейчас едем в шахты, я еще сплю на ходу. Видео будет через какое-то время на канале. Подписывайтесь. Я только хотел это сделать. Чего там наш? Ешь? Какие-то ежики? Я не беру просто те, которые не знаю. Я знаю, что их собирают. Я приду в лес за грибами, то я беру только те, которые я знаю. Лесами, ну, лесами непроходимыми. Я тоже это дело люблю. Вот, Ваня, а мог бы впереди колонны идти ты? А помню, когда в Муга грибы мы собирали, и там такие веселые грибочки. Вот здесь не весело собирать. Они на полях, ага. Там в траве роешься, да, траву перебираешь. Они тоненькие, как мишки, да, такие. И мне 18 хватило. Через пару часов. О, чайный гриб? Через пару часов я просто работа закончилась. И долго тебя штырило? Слушай, я не знаю, но мне показалось, что это было топ-6. Вот так плюшил, там такие галлюцинации. Веселые. Сейчас будем. Так как я ничего не употребляю, ладно, я бы не повторил бы такой опыт. Но если бы я был в употреблении, я бы не каждый год бы делал. Вот на тот момент я говорю, встретимся где-нибудь. Там. Внутри. Погнали, приключение началось. Ай. Не свети, я не вижу ничего. А? Вот видишь, ты мне светишь так же в лицо. А? Вещи возьмете? Вещи. Подними, забирай. Бля. Кидай. Вещи возьмите, бля. Кидай. Сейчас, подожди. Нет. Принял. Принял. Ну, балки. Ай. Дотянусь. Да. Не вижу, что под ногами. Давай, давай. Бум. А, блядь, сними спину. Нормально так. Вообще. Да как бы вообще так? Ого, Женя, Женя. Да-да, там очень даже сыпется. Че ты так раскорячился? Че ты так раскорячился? О, ни хера себе, мне в кинзу прям камень залетел. Куда нам? Направо, налево? Держи рюкзак. Дай. Да. Подержи. Бля, ты думаешь, мне так удобно? Да сейчас. Вон туда, там тут, там конец шахты. Нам вот сюда. Сейчас. Ты же, Антон, знаешь, что мне? Я же фотки делаю. Вы же вообще такие молодцы. Да, ну молодцы. Охуенно. Mm-hmm.
если там будет слишком глубоко, мы там не сможем пройти, или если там будет завал, мы попробуем пройти в северную часть. В северной части мы уже были, некоторые ходы уже посмотрели. Мы пойдем туда, где мы... Осторожно, здесь очень много дренажа. Но звезды здесь, по крайней мере, держатся. Здесь нужно очень осторожно смотреть. Здесь по одному, наверное. Держат ли бревна или нет, естественно, по одному. Но здесь дренаж не очень глубокий, то есть здесь не опасно. Блядь, сейчас поднимется это... Да, сейчас поднимется, кстати. И смотрите, наступайте не на центр, а по краям. По краям они лучше держат, чем по центру. Вот так вот. Что это, давай? Да я уже ничего не вижу. Здесь еще хорошо палку иметь с собой. Да, я уже ничего не вижу. Ну вот, сюда наступай и сюда. Хотя, думаю, здесь бревна должны держать. Ты самый легкий, поэтому... Ты легкий, тем более, да. Да, просто я ничего не вижу. Ну, щупай ногами. Щупай ногами, да. Там, если провалишься, то хим захватит. Ой, щупай, да, поленом. Антоха хотел плавать как раз на сзади. Если все хорошо, вроде надо. Все, дал. Дал, дал, да, Антон, он прыгнул. Я вступил. Ну, давай. Пошли дальше. Сюда, естественно, наступаем. Да. Не, можно, почему? По мосту очень удобно. Ровненько. Можно поплавать. А ты будешь спасать, если что, меня или камеру? Я тебя? Нет, так я спрашиваю, что ты будешь спасать? Себя, конечно. Себя? Саму себя. Да? Камеру спасай, я ладно. Да, камера похуй. Да, главное честно, да? Ну да. Подожди, да, он перелезет. Сейчас мы находимся на перелезке. Сюда северная система, это сюда южная система.
Южной системы идет три параллельных штрека. Ну вот ходи, Володь. Первый. Это первый штрек. Там главный штрек идет. А за ним еще четвертый штрек. Пройти туда дальше и в музей, потому что мы ходили уже по этому штреку, там забава, да, а не пройти в музей. Сейчас нужно понять, какой лучше всего, второй или главный музей. Так, здесь шуты заскрытаны. А. Нету, что ли? Вы в какой ходили, прямо? Мы и туда ходили. Здесь, наверное, здесь вроде нормально, просто здесь другое. Искусство требует жертв. Блин, повторно намочил перчатку, но зато вот что мы нашли. Насос, походу. А? Насос, вот откачивающий. Там, наверное, прохода нету, просто помните. Давайте мы сфоткаемся с дверью. Обязательно, да, давай. Чтобы... Или селфи сделаем, я сфоткаю. Ну, либо ты, либо селфи. Чтобы Диэр за... Да. Ваня увидит видео. А. Так, мы туда попадем? Сейчас приду, Ваня. Блин. Ну тут тоже какая-то это самая. Тут доски стрёмные. Ага. А, железка, по-моему, нет? Железка? Да, или нет? Нет, это доски. А, вон там железка, да. Железка. А, ну тут можно по железке пройти. Еще ничего. А там что не идет или что там? Подвинись хотя бы. Железка по-другому не понравилась. Железка может... Что там, паровоз? О, блядь, иди сюда. Прямо иди. Что там, паровоз стоит? Она нас наебала. Ты идешь или... Я потихоньку. По рельсе идёшь. Дай тогда пройду. Пройду. Перевод. Как-то уже все равно. Сколько здесь хабар, а? Смотри. Ох, нихуя себе. Давай фоткай. Смотри, надпись. Смотри, пока не это. Пока не замутилось. Не мутим, пожалуйста, я хочу сфоткать. Блин, да, это реально да. Очень круто. Мы не мутим. Сейчас. Посвети, пожалуйста. Да. Средство пожаротушения. Ты можешь вытащить ее. Сейчас, подожди, я зафоткаю сначала, потом... Бля, тут какая-то прям... Ваня, ты, Цеф, а? Что ты хочешь сказать Ване? Что он, короче, зря не пошел. Иди сюда! Да. Нет, иди не винился в следующий раз. Это же насос, я думаю. Да. Там смотри, какая буква. Во. Что там? Буква прямо. Туда вниз уходит, смотри, так глубоко. Так это... Я тоже думаю, это насос. Ты воду откачивает. Тихо, Миша. Бля, я не знаю, тут не передать, конечно, глубину, но... Там еще за углом всякие ништяки офигенные. Вот там. Там уходит наверх уже. Не знаю, что это такое. Рельсы. Ну пойдем. Ой, такого никто не ожидал. Да. Ништяк. А, так это выгоняли уже, по-моему, наверх. Оно наверх должен вести. А, приступи, что ли? А, ну да. Вот это вот шурф раньше был. Ты не держись за бревна. Что ты за бревна держишься? Здесь раньше наверху, наверх просто шел этот. Чтобы вагонетки. Я думаю, тут вот опасно идти. Я тоже так как-то стремаюсь. Иди куда, где она идет, наверное. Слушай, ну такое чувство, как будто отсюда люди ушли совсем недавно.
Насосная. Ну тут все. А там? Тут усыпано, а там вниз уходит туда к воде, наверное. Ну что тут, короче, было еще? Цепь еще. Да, валяется. Там к воде. Ага. А вот это вот было наверх явно. Ну, выходи. На самый верх. Я думаю, тут какая-нибудь лента была или еще что-то. Как ты думаешь, что здесь могло быть? Либо насосная, либо выгруз вагонеток. Давайте фоткаться. Давайте фоткаться там. Скажи, старче, что случилось? Мальчик, куда ты идешь? На Москву. На Москву? Мальчик, тебя подвезти? Нет. Что с тобой случилось? Блять, там цепь у вас отошел, валяется куча говна. Еще свои педали, сними тоже. Ты типа чистишься? Блин. Ой-ой-ой. Как бы это вообще, ну... Жесть все. Ой. И что, намного чище? Да. Да. Дедушка, нас потом бить за тебя не будут. Будут. Ты сам кинзу снял, если что. Это был не вариант. У меня, блин, воды по самые яйца было. Значит, приедешь домой, попьешь кофе и чаю, согреешься.